На экране вы сейчас видите знаменитый китайский электрокар бит-е-2, который уже не раз был показан на нашем канале. Это полноценный электромобиль, который ни в чем не уступает европейским аналогам, кроме его стоимости. Максимальная его скорость движения до 130 км в час, дальность хода на одном заряде батареи свыше 500 км, имеет все удобства, роскошный салон и весь функционал. Только вот цена его в несколько раз ниже его европейских аналогов. У продавцов на китайских сайтах она не превышает 5000 долларов США. А если покупать данный электрокар на заводе изготовителя в Китае, в провинции Аньхуй, то цена данного электромобиля будет около 3000 долларов. Во многих из вас появляется вопрос, так почему же он так дешевый стоит? Ведь быть такого не может, и даже если учитывать уровень жизни в Китае, их зарплаты на заводах и цены на сырье в их стране, то все равно при таких ценах на их продукцию производитель должен просто мгновенно обанкротиться. И тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ответ на этот вопрос кроется в следующем видео. На любой западный автомобиль у Китая находится не просто аналог, но его улучшенная версия, да еще и дешевле. Все зашло настолько далеко, что 16 января 2024 года Еврокомиссия отправила в Китай следователей, чтобы проверить, до какого же хрена в Поднебесной делают все то же самое, но дешевле. Причина для беспокойства на поверхности. Китай хочет продавать все это добро в Европе, где покупатель, получив возможность выбора, определенно выберет более дешевый и технологически продвинутый вариант. Что произойдет в таком случае, предельно понятно. Огромные проблемы Volkswagen, Mercedes, Renault и вообще всех европейских производителей. С последующими банкротствами, закрытиями заводов, чуть ли не каждый десятый взрослый человек в Германии трудится в автопроме или обслуживает его. В Чехии и других странах поменьше цифры еще больше, ведь там находятся немецкие производства. Отсюда и расследование. Есть у европейских следователей подозрение, что все это дело субсидируется китайскими властями. И Китай продает автомобили чуть ли не в минус, просто чтобы обанкротить конкурентов. Вот так ребята, Китай скоро взует весь европейский и американский рынок в плане автомобилестроения, и его правительство всячески этому способствует и всеми силами этого добивается. Как на законодательном уровне, так помогает и в финансовом плане. Вот почему вас так удивляют их низкие цены, на их товар, и не только в сфере автомобилестроения. Все монополии во всех отраслях экономики скоро будут в их руках покуда другие страны воюют, торгуют сырьем, или просто их чиновники занимаются раскраданием казны, их государство всячески способствует развитию бизнеса и производства разного рода товаров. У них не так, как у нас, не нужно брать лицензии за миллионы на право выпуска какого-либо товара. Там, если хочешь хоть что-то производить, тебе зеленый свет и все условия для этого. Вот вам и ответы на все ваши вопросы. Если вы хотите выбрать и купить себе электромобиль по адекватной цене, просто зайдите на наш сайт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дальше будет много чего интересного.